А теперь к новостям спорта. В выходные Петропавловский футбольный клуб «Кызылжар» сыграл с командой «Кайрат Жастар». Встреча проходила на выезде в Алматы. Ворота «Кызылжара» с пенальти распечатал Адам Адахаджиев. Больше мячей в первом тайме командам забить не удалось. Второй петропавловцы начали активно, но Артур Шушиначев, воспользовавшись ошибкой нашего защитника, укрепил преимущество. Встреча завершилась за счетом 2-0, не в нашу пользу. Сейчас «Кызылжар» находится на третьем месте турнирной таблицы. В активе 28 очков. Следующая встреча состоится 3 августа в Петропавловске на стадионе «Карасай». Противостоять нашим будет столичный клуб «Астана-М».